Нарисуй круг на снегу своей рукой. Пронзи мое горло отравленной стрелой. Вырви мое сердце, войди в мою душу. Я устала жить, и мне никто не нужен. Я вынимаю из ножен свой острый меч, одним движением разрывающий плоть. Мне нужна жертва, кто-то должен умереть и пролить на огонь ритуальную кровь. Да простят меня дьявол и мать сатана. Я хочу покинуть этот мир навсегда. Демоном безумия улетаю в ночь. Я часть твоего сна, ты мне должен помочь. Я вынимаю из ножен свой острый меч, одним движением разрывающий плоть. Мне нужна жертва, кто-то должен умереть и пролить на огонь ритуальную кровь. Возьми артам и начерти круг на руке. Прольется кровь, вызывая силы из нее. Пусть призрачные сестры помогут тебе, ты сможешь зажить взглядом огонь на земле. Я вынимаю из ножен свой острый меч, одним движением разрывающий плоть. Мне нужна жертва, кто-то должен умереть и пролить на огонь ритуальную кровь. Меня не уничтожить святой водой, возьми меч, я вызываю тебя на бой. Один взмах, один вздох, нестерпимая боль, убив меня, ты даруешь миру покой. Я вынимаю из ножен свой острый меч, одним движением разрывающий плоть. Мне нужна жертва, кто-то должен умереть и пролить на огонь ритуальную кровь. Ты увидишь, как меч замерцает огнем, я твой страшный кошмар. Твое наваждение, кровавый душ принимаю предвечным сном. Теперь ты слышишь мое сердцебиение. Я вынимаю из ножен свой острый меч, одним движением разрывающий плоть. Мне нужна жертва, кто-то должен умереть и пролить на огонь ритуальную кровь. Багровая пелена застилает взор мой. Битвы с глупцами не приносят радость. Ты не сможешь себя предков вечный позор. Почувствуешь в теле дикую слабость. Я вынимаю из ножен свой острый меч, одним движением разрывающий плоть. Мне нужна жертва, кто-то должен умереть и пролить на огонь ритуальную кровь. Очень молод для смерти и стар для игры, но Юрином разорвал не твоей судьбы, а моя жизнь. Бег по лезвию кинжала, легким движением убивать я устала. Я убираю в ножны свой острый меч, одним движением разрывающий плоть. Нужна была жертва, я могла умереть и пролить на огонь ритуальную кровь. 10 ноября 2006 года. Музыки я не помню, что писала, а если писала, то хрен знает, где она. Ну, я всегда пыталась как-то написать рэп. Но все знакомые металлисты в разных городах, где бы я ни была, в какой бы тусовке ни была, выли, что ни хрена это не рэп, Лёля. Посему хз, шо это. Всем пока. Да, забыла сказать вначале. Всем привет.